І життя солдата залежить не тільки від форми, насправді. Нові супермодні гаджети – це справжня така знахідка для терористів, яка може реально нашкодити солдатам. А от зі старенького гріхокола, так би мовити, так називають ці телефончики старі, інформації не витягнеш. Ми вас вже закликали здавати нам раритетні телефони, щоб передати нашим солдатам на схід. Так от, акція триває. Я хочу показати, що сьогодні до редакції нам принесли. Тут кілька, 5-6 телефонів абсолютно нових, але старих моделей. І до кожного апарату прикладена записка від людини, яка передає. Тут телефон пана Дмитра. Якщо телефон уже у нового хазяїна, то позвоніть мені. Я закриваю його мобільний номер. Але, наскільки я розумію, людина, яка передає телефони, готова також поповнювати рахунки бійцям української армії. І ми обов'язково, пане Дмитро, передамо в зону АТО, так. Ми дуже вдячні. Так, приносите на новий канал до нашої редакції, будемо вдячні за це. Ну, а сьогодні вранці бойовики почали обстрілювати сили АТО на Луганщині. Наші військові охороняють блокпости і тримають оборону, попри все. Учора наш сміливий Олексій Єщенко показував, як живеться місцевому люду на неспокійному сході. Ну, а просто зараз ексклюзивний матеріал, чому українські солдати слухають сепаратистські радіостанції. І де насправді проходить лінія фронту? Абзац у Дебальцево. Командир. Танец. Русь. И другие. Итак, дорогой зритель, лови месседж. Дебальцево не в котле. И это не я придумал, а так говорят бойцы на передовой. Котла как такового тут нет. Пока существует перешеек, это обычная зона военных действий. И даже если его отрежут, то у нас достаточно сил здесь выстоять. А линия фронта вокруг Дебальцево не соответствует действительности. Что сепарская, что официальная атошная. Там, где на карте чуть ли не тыл террористов, стоят позиции наших солдат. Судя по всему, даже не подозревающих, что это тыл террористов. У них там гуси, у них там какие-то утки. Ну, они, наверное, просто не в курсе, что они уже в котле. Они доведут нормальное хозяйство, нормальную службу. Сажусь с парнями из 1-го батальона Нацгвардии в их разведмобиль и айда в гости. По дороге, ради забавы, ловим радиостанцию что-то вроде «Новороссия-ФМ», которая абсолютно безмятежно вещает здесь на частоте 102,5. От эфира определенно отдает нафталина. Украина была всего лишь инструментом против России, а США, добившись части своих задач, потеряли к ней интерес. Наши ребята сепарскую радиостанцию не глушат, а даже слушают. Ну так, чисто по. Вчера идет текст каким-то траурным голосом о том, что вот там был Майдан, там к этому вчера, к чему это привело. Вот вы помните ту женщину, которая плакала на Майдане? Она оказалась агентом ЦРУ. Это все сделали американцы, это все закуплено на американские деньги. Ну, такой бред вообще. Но я отвлекся. По всем картам и по картам АТО. И по картам сепаратистов мы уже находимся на их территории. Ну, здесь не так, может, безопасно, как кажется, с первого взгляда, но в целом мы сюда ездим, ходим, несем службу. Наш пункт назначения именуют форпостом украинской армии на Луганском направлении. Меньше чем через километр уже находятся позиции террористов. Мне дают уникальную возможность снять солдатский быт. Командир блокпоста, сам журналист, все кадры отсюда режиссировал он. Вот и гусь. Про него мне рассказывали всю дорогу. Хотя нет, того уже съели. Не суть. Эту дичь солдатам дают местные. Те в долгу не остаются и делятся своим провиантом.
Вместе с флагом Украины над блокпостом развивается знамя военно-морских сил. Бойцы дали себе обещание, его поднимут над площадью Нахимова в Севастополе, откуда все и началось. Кроме этого, здесь, на передовой, вместе с бойцами Нацгвардии несут службу крымские морпехи. Наверное, не в тему, но позволю себе маленькую или даже большую ремарку. Как вы, наверное, уже поняли, этой экскурсией по блокпостам мы обязаны разведке 1-го батальона Нацгвардии. Каждый из этих ребят заслуживает отдельного сюжета. Но сейчас хочу рассказать о таком бравом парне, как Саша, по прозвищу Британец. Не стоит, это просто, ну опять же, как рассказать историю, ладно, тогда расскажу. Его история проста, как апельсин, и от этого становится только увлекательней. Он родился в Хмельницкой области. В 20 лет уехал в Великобританию, поселился в Челси. Там прожил еще 20 лет. С самого начала был неравнодушен к Майдану. Когда началась война, бросил все и приехал на родину. Да, хочу передать привет своей жене Оксане, которая просто, я немножко ее обманул, сказал, что уехал на 2 недели. Как вы видите, нахожусь здесь уже долгое время. После 20 лет жизни на загнивающем империалистическом Западе чуть лоб не расшиб о суровую славянскую ментальность. Для меня был очень трудный переломный момент, когда, во-первых, я не понимаю менталитет населения, потому что здесь у них какие-то страхи о каком-то НАТО, США, каких-то геях. Это просто прозомбированные люди, как я. Для меня это, скажем так, рабы информационного поля, которые вложили информацию, и прожив уже 20 лет за границей, когда на это смотришь, я пытаюсь с ними разговаривать как с детьми, 5-летнего возраста. А теперь телепортируемся немного на другой блокпост. Он тоже на луганском направлении. Отсюда до первого ряженого человечка 2 километра. Еще немного, и бойцов, что здесь, будут обстреливать по графику. Перемирие как-никак. Они сюда так, как говорится, на видимость не подходят. То есть, если стреляют, они стараются обстреливать с зеленки. Вот. Подходит очень редко. Оттуда выезжает машина, у них там есть такая газелька, в которой стоит миномет. Они его загрузили, сделали там 3-4 выстрела, загрузили и уехали. Вот. Есть еще мусоровозка такая, тоже без крыши. Они достают с нее миномет. Да, серьезно, расчет там 3-4 человека. Поставили там где-то снизу, бахнули, опять уехали. Обстреляли село, вот, которое в пригороде Дебальцево. Ребятам, которые стоят здесь, на блокпосту под Дебальцево, чужды высокие политические материи. У них есть, немного другие заботы. Например, как вечерний минометный обстрел. Как следствие, у них свой собственный взгляд на предложение президента об особом статусе для Донбасса. Я можу сказать одне. Пацаны 200-300, які тут лягли дальше, да? А тепер він підписує якісь укази. Во-первых, підписав він указ. Ми хто? Банда получаємося тепер тут? А ми получаємося на чужій землі? Или пацани, що 200-300, що... Короче, що тут розказувати? Хай би приїхав з нами, сутки посадив, а тоді думав, що підписувати. Знаете, что объединяет всех людей в этом сюжете? Эти грозные, улыбчивые парни искренне верят, когда-нибудь на украино-российской границе два народа поставят здоровенный стол, сядут и загуляют. Будет пир, и все уйдет в прошлое, и будет все хорошо. Все упирается в одного человека. Имя его назвать.